Очень много людей. Я думаю, это главное. Во-первых, получилось собрать денег для тех, кто за решеткой или может там оказаться, а это может быть любой из нас. И, во-вторых, очень много людей, которые не хотят с этим мириться. Зубы, движение руки, вот вспышка и полный каюк. На картинке мы видим пустые зрачки и осколки фарфоровых рук. На картинке останется плоский стакан, плоский карик с бутылкой московской. Даже плоский, и так уже зверь-тараган станет там еще более плоским. За нами ходить по пятам, заметая за нами следы. Но однажды ударит клюкой по губам и положит на губы цветы. Не пугает нас старуха фотографская, мы свои приготовили лица. На картинке останется рот до ушей, и никто ничего не боится.